Авария с участием велосипедистов произошла сегодня в начале третьего дня в районе городской администрации. Папа с сыном катались на велосипедах и решили пересечь дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Осмотревшись по сторонам, велосипедисты убедились в безопасности и продолжили движение по зебре. Путь им уступил и водитель на автомобиле Toyota Avensis. Однако, по словам очевидцев, машина резко тронулась с места в тот момент, когда перед ней оказался отец мальчика. В результате водитель сбил мужчину. Водитель управляет транспортным средством Toyota Avensis на нерегулируемом пешеходном переходе, не пропустил пешехода, ну то есть велосипедиста, в результате чего совершил наезд на данного велосипедиста. В настоящий момент данный водитель от медосвидетельствования отказался. И сегодня же наш телеоператор стал свидетелем еще одного ДТП. Оно случилось в полдень в районе спорткомплекса «Зенит». Официальных комментариев пока никто не дает, но по кадрам понятно, что машина стала жертвой опоры линии электропередач. Столб упал прямо на крышу Kia Ceed. С места аварии автомобиль увез эвакуатор.